А господарки Могилевской области распочали уборку льна. Как поведомили у облсельхозхарши, сегодня урожайность на уровне минулого сезона. У среднем 30 центнеров с гектара. Под льон на Могилевщине отведено более за 8 тысяч гектаров. Вырошивают полуночный шелк 9 районов. У Дрибинским и Хотинским вытеребили 100% площадь. Аграры лічать, что льон – культура, якая за один сельскохозяйственный сезон проходит два народжения. Первый – это час, когда насенне прорастает. Другое народжение отбывается у жнивня, когда льон, так бы мовить, вылеживается. На полях в опошнем выпадку все залежит от надворья. Может пройти месяц, перш чем льнотарство уберут с полев. Сыровину льнозаводы перепрацуют льноволокно, якое отправят на Аршанский льнокомбинат и на экспорт. Здесь где-то сантиметров 70 длина этого растения. Ну, 70-80 сантиметров позволяет иметь урожай уже не ниже 10 центнеров с гектара. Ну, сейчас для этого льна нужна влага и температурный режим не ниже 18-17-18 градусов круглосуточно.